Господи! Ну вы же понимаете, да, что сегодня будет? Распаковка канцелярии. Back to school. Конечно, я школу закончила уже 2 года назад, но это не важно. Сейчас тут вот на полу у меня лежит очень много канцелярии. Это реально будет, наверное, мой самый большой холл канцелярии Back to School за все время моего канала, за все время существования моего канала. Тут, правда, очень много всего. Некоторые вещи тут лежат, я даже не знаю, что там лежит в коробках. Короче, будем с вами сегодня разбираться. И приятного вам просмотра. А, ну да, еще это можно сказать. Не можно сказать, а так и есть. Это первое видео Back to School. Ура! Будет на эту тематику несколько видео. Обязательно, потому что сейчас начало августа. Самая пора таких вот видео. И я решила начать с канцелярии. Почему нет? Ну и, конечно же, самая реклама моего инстаграма. Если вы любите следить за мной здесь и все еще не подписаны на мой инстаграм, я не знаю, почему вы все еще этого не сделали. Потому что во все сторис, во все посты и сообщения с вами я всегда вкладываю всю свою душу. Поэтому... Всех жду. Давайте начнем более с габаритных вещей. Обращайте внимание на мою прическу. Сегодня главный герой канцелярия, а не я. Так что да, не смотрите на меня. И да, некоторые вещи будут не особо сильно связаны с учебой. Например, тут есть элементы посуды. Или, например, какая-то сумочка и кепка. Но все равно я решила это включить. Почему нет, если я это заказала из магазина. Кепка. И такой вот очень классный, эстетичный шопер, как будто бы сбежавший из Пинтереста, из картинок в Пинтересте. Скажите, что он очень классный. Я, когда выбирала между им и каким-то еще портфелем, Леша мне сказал, что нужно брать все-таки его, потому что он смотрится достаточно эстетично и достаточно красиво. Я еще пока что его не выгуливала, потому что не успела. Посылка пришла недавно. Еще такая вот лавандовая кепка. Где написано что-то, я не знаю что. Если вы прочитаете, то напишите об этом в комментариях. И вот такой вот у меня вышел лук. Кстати, если вы внимательно смотрели мое предыдущее видео, то вы знаете, что мне там приходила посылка. И один товар я вам не показала, потому что я сказала, что обещаю вам показать следующее видео, как раз таки связанное с покупками Back to School. Видео, которое вы смотрите сейчас, и я готова вам показать, что мне пришло. Очень интересно, вы это любите, я знаю. Не буду интриговать больше. Та-дам! Вот такой вот очень классный чехол. Сейчас вы его увидите на экране и на моем телефоне. Он безумно круто смотрится с авокадо, с моим любимым. Он из магазина Case Place. Я вам уже про него рассказывала в каком-то видео. Case Place — это онлайн-магазин чехлов и аксессуаров для устройств. Там вы можете создавать сами чехлы со своим дизайном и также выбирать уже готовые крутые коллекции, что сделала и я. То есть это как раз таки коллекция авокадо, и там есть очень много чехлов классных с авокадо, которые вот так вот и переливаются, которые не переливаются, силиконовые, не силиконовые. В общем, там огромное количество чехлов на любой вкус и цвет. В Case Place есть огромное количество чехлов на любые виды устройств, даже на те, которые не выпускают, представляете? И вы 100% найдете идеальный чехол для себя, даже если у вас редко модель телефона. На сайте Case Place можно найти принт на любой вкус и цвет, как я вам сказала ранее. В моем случае это, например, тематика авокадо. Я просто нашла эту тематику и такая, все, поняла, что это будет для меня, и 100% из этой тематики я что-то выберу для себя. Кроме того, что вы можете выбрать тематические чехлы, вы также сможете создать свой чехол с помощью конструктора чехлов. Самое крутое, что чехлы и аксессуары с этого сайта вы можете заказать куда угодно, любым видом доставки, и это еще идет очень быстро. Ну и, конечно же, я не могла вас оставить без подарка со своим промокодом на сайт Case Place. Вы его сейчас видите на экране. Скидка распространяется абсолютно на любой товар на этом сайте, поэтому пользуйтесь, переходите по ссылке внизу в описании, создавайте свои чехлы, берите их из готовых тематик. Теперь я могу наконец-таки носить этот прекрасный чехол, не прятать ни от вас, ни от Instagram, потому что нигде его не хотела показывать до этого видео. И все, теперь это моя любовь, я его не буду снимать, мне кажется. Ну а мы переходим дальше к покупкам. Самое первое, что мне попалось под руку, это такой вот очень милый пенал. Посмотрите, какой он милый. Его выбирал Леша. Он сказал, что вот этот больше мне подойдет. Думаю, хорошо. И такая вот очень классная папка. И, между прочим, из необычного материала, с блесками. И теперь я могу сюда складывать все свои какие-то документы, потому что как раз у меня закончилась папка. Папка не может закончиться, я ее потеряла и порвала. Кстати, я вам забыла сказать, что вся
канцелярия, которая есть в этом видео, она из магазина Zaka. Ссылку на него вы также можете найти внизу в описании. Там столько много милой канцелярии. Я выбирала сейчас на ее 2 дня. Я смогла, и вы сможете. Там очень много крутых вещей, которых я не видела в обычных магазинах. Итак, тут у меня лежит такая вот доска. Сейчас вам про нее поподробнее расскажу. И также здесь у меня лежат 4, да, 4 тетради, нет, 3 тетради и 1 ежедневник. Итак, первая тетрадь с какими-то лимончиками. Я, кстати, не думала, что она будет такой большой, но я больше люблю именно такие тетради, нежели обычного формата. Следующая тетрадь определенно с авокадо. Это уже неудивительно для меня, вы уже можете не удивляться. Но она тоже очень милая и большая, это круто. И она, кстати, в обложке. Да, она уже в обложке, это хорошо. Далее вот такие вот 2 очень милые тетрадки, похожие, кстати, на ежедневник. Здесь внутри клетка обычная, здесь линия. И их даже я могу использовать как планер для видео, могу в них что-то рисовать, что-то писать. Сейчас вы увидите самый забавный ежедневник, который есть в моей жизни. Посмотрите на эту картинку. Это собачка. Очень похожа на мою собаку, на Дэнни. Я его еще не открывала, кстати, давайте вместе с вами откроем и посмотрим, какие там линии. Круто, здесь все расписано по дням недели. Очень напоминает мне школьный дневник, кстати, реально очень напоминает. Тут также есть продуктивность, 100% приоритеты недели, лист to do, планы на выходные. Есть также месяц и календарь. Я, кстати, думала, что здесь обычные линии, больше ничего нет, но оказалось... Приятный сюрприз. Ну, а теперь про планшет, который я вам показала в начале. На нем можно рисовать. Мне кажется, это просто была мечта 5-летней Поли. Смотрите, я напишу «Малышка Поли». Да, видите вы или нет, меня немножко смущают вот эти рисуночки, но в целом они не особо сильно мешают. Или я, дурочка, и пишу не там, где нужно. Так, в общем, это можно все дело стирать. Такая доска, знаете, можно писать какие-то планы на день. Можно тут что-то рисовать, мне можно использовать как для видео, какие-то кадры прикольные делать. Очень классная вещь, мне кажется, будет рад человек и в 14 лет, и в 20, как я. Далее у меня схватился такой вот маленький пакетик. А, не знаю, что тут лежит, тут всего лишь лежит 2 вещи. Это бомбочки для ванной. Да? Почему нет? Это тоже может быть видео про канцелярию. Такие вот 2 бомбочки, они очень вкусно пахнут. Я когда сразу открыла коробку, я почувствовала этот аромат, и я даже удивилась, неужели канцелярия так вкусно пахнет. Но это оказались бомбочки. Прям очень вкусно пахнет, нужно принять с ними ванну. Дальше вы удивитесь от того, что я вам покажу. Это будильник, я как будто бы в этом видео исполняю все свои детские мечты. Господи, он не сломался? Очень надеюсь, что нет. Я как будто бы в этом видео исполняю все свои детские мечты. Я в детстве мечтала о таком планшете, на котором можно рисовать. Мечтала о будильнике, знаете, из всяких сериалов Disney. Теперь у меня есть такой. Я не знаю, как он работает. Я безумно надеюсь, что я его не сломала. Я, кстати, будильник на телефоне, на айфоне вообще совершенно никогда не слышу. Просто никогда. 90% случаев я его не слышу. Либо я его просто машинально выключаю, неосознанно как-то и вообще про это забываю и дальше сплю. Может быть, эти часы меня спасут. Можно попробовать прямо сегодня. Надеюсь, я всех не разбужу в этом доме. Теперь беру пакет с мелкой канцелярией. Смотрите, там очень много всего лежит. Милого, красивого, да, там есть такие классные ручки. Сейчас вы посмотрите и увидите их. Все, что нужно ребенку для счастья, это милая канцелярия. Первое, что мне попалось, это такие вот скрепочки в миленьком пакетике. Как можно было все продумать настолько до мелочей? Далее, это маленький степлер и корректор, смотрите. Корректор в форме пончика, доната. Не знаю, как он работает, а уже поняла, кажется. На сайте Zaka, кстати, есть очень много масок. Именно, ну, вы понимаете, да, в какое время мы живем. Вот, и эту маску я заказала Лёше. Тут есть вещи, которые я взяла Лёше, потому что слишком много канцелярии мне всё-таки не нужно. И вот у него такая маска с разбитым сердечком. Она тканевая, она дышит. Я тоже такую же взяла, но я её почему-то не могу найти. У меня она просто обычно бежевая, и там что-то написано, в общем, минималистично. Ребята, далее моя мечта номер 3, это иметь большое количество наклеек. Я взяла здесь наклейки, где есть по 100 штук, по 30 штук. Смотрите, первые наклейки обычные, просто прозрачные. Я просто заполняю ежедневник, дневник благодарности, и я полюбила его сейчас как-то оформлять, как-то подклеивать, что-то там раскрашивать. Вот как раз-таки я хочу наклейки. Также следующие наклейки с такими милыми зайчиками.
Далее наклейки, тут набор, уже я не знаю сколько здесь штук, 30, 40, 50, 100, тоже зайчики, я все это дело люблю, это все дело у меня 100% уйдет, поэтому наклейки, мне кажется, очень классно подойдут, как для оформления дневника вашего, например, в школе, либо для оформления тетрадей, конспектов, поэтому наклейки всегда, кстати. Блокнотиков много не бывает, блокнотик с земляничками, я его тоже не открывала и не знаю, какой он внутри, но я вижу, что он вроде бы в линию, либо же в большую клетку. Дальше пойдет безумно милая канцелярия, это тоже мне для оформления конспектов в универе и также для оформления моего ежедневника-дневника благодарности. Это такие вот бумажные скотчи, смотрите. Блин, так круто, я раньше помню смотрела на Алиэкспрессе, когда у меня там, знаете, не было какого-то заработка, и как-то мне было стрёмно заказывать, я помню, я тогда смотрела на бумажные скотчи, которые там стоили 100 рублей, я такая, блин, как круто, хочу такой скотч, я помню, один заказала, и была очень счастлива, потом, правда, быстро закончился, в общем, в этом видео я исполняю свои детские мечты. Безумно милые текстовыделители. Вы только на них посмотрите, во-первых, на их оформление, во-вторых, на их пастельные цвета. Еще одна моя мечта номер 5, детство, пастельные хайлайтеры. Дальше у меня идет такая подставка, где написано «Good to be young». Окей, и сюда вот наверх можно ставить какую-то бумажку, например, какое-то напоминание на день. Это удобно, мне показалось. Следующее, что мне попало сразу на глаза, это, смотрите, первое, зеркальце. Компактное. В сумочку можно положить. Тут очень милый рисуночек какой-то девочки. И еще какой-то минималистичный, скажите, калькулятор. Вот. Так вот он выглядит. Похож на сенсорный. Тут, правда, нет кнопок. Возможно, он, правда, сенсорный. Или это просто я не разбираюсь в этом. Компактный калькулятор. У меня завалялся еще один корректор. Я улыбаюсь, потому что я хочу вам показать самые милые ручки в моей жизни. Это такие вот три ручки. Первая с авокадо, с собачкой и с единорогом. О, это за прелесть, ну просто. Это же так мило, я так люблю такое. Я просто готова это поставить ради того, чтобы это стояло. И могу этим не пользоваться и просто любоваться. И меня это будет как-то вдохновлять и развлекать. И еще одна ручка с зайчиком. Здесь 5 цветов. Синий, красный, фиолетовый, оранжевый, зеленый. И вот в школу. Я такую часто покупала, потому что часто нужно было и что-то отметить, например, красным, что-то выделить, точнее, нужно что-то подписать зеленым цветом, нужно что-то дописать к черным цветам. И вот удобно это все держать в одной ручке. Следующие две коробки. Я, честно, не знаю, что здесь лежит. Скорее всего, это Лешины стаканы. Да, сейчас вы все увидите. Знакомьтесь, это Keep Cup. Это такой стакан многоразовый, с которым можно приходить, например, в кофейню. Это больше относится к эко-френдли, скажем так, с идеей. Вы просто приходите в кофейню, говорите, что можно мне, пожалуйста, например, кофе с собой, либо же можно мне, пожалуйста, кофе налить в такой вот мой стакан Keep Cup. Он, в принципе, держит тепло. Вот, он закрывается хорошо, здесь его можно держать, он не горячий, в общем, такая классная вещь, Лёша давно себе такую хотел. Следующая коробка, это тоже наверняка Лёша стакан, но я вам обязана это показать. Она полностью железная, весь вот этот вот объем, он полностью состоит из железа, вот крышечка, к сожалению, я не скажу, но похожа на пластик, но в любом случае железо хорошо должно держать тепло, не должно, а 100%, да, это идет как термос. Поэтому Лёша заказал себе очень много каких-то стаканов. Я не знаю, когда он будет ими пользоваться, но когда-то будет, видимо. Ну, а теперь переходим уже к моей посуде. Да, здесь у меня посуда. Что-то еще. Я не помню, ребят. На счет раз, два, три угадайте, с чем эта миска. Даю вам 3 секунды. Блин, я не знаю, я заказала с авокадо, там очень много вещей милых с авокадо, реально очень много, я подумала, почему нет, посмотрите, это такая классная миска, я могу ее использовать для своих боулов, для овсянки как минимум, для каких-то салатов, для мороженого, да для всего. Я очень люблю красивую посуду, очень люблю милую посуду и не смогла удержаться, не заказать здесь тоже в Заке посуду. В этой большой коробке у меня огромная тарелка, вы сами видите по размерам. Я на самом деле думала, что она будет поменьше, тарелка имею в виду, но она выглядит прям масштабной. Она с персиками. Я свою аудиторию, если вы не подписаны на мой инстаграм, называю персиками. Поэтому очень даже символично эта тарелочка посвящается вам, персикам. В последней коробочке у меня тоже лежала посуда, но она уже не с авокадо, не с персиками, а просто с надписью Drink Tea. Посмотрите, как это мило выглядит. Очень красивый минималистичный комплект.
я, когда его увидела, поняла, что возьму. Это красиво даже выглядит, если просто так будет стоять. Ну вот и все, ребята, коробка полностью пустая, там совершенно ничего нет. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ждите новое. До новых встреч. Всем пока. Хорошего вам настроения, счастливого настроения, хорошего вечера, хорошего утра, хорошего дня. Все, люблю.